И в Малиновском суде снова не смогли продолжить судебный процесс по делу об убийстве спортсмена Сергея Лащенко. Гражданину Азербайджана Бабеку Дамира Глыгасанову так и не нашли переводчика с украинского на его родной язык. Еще до заседания прокуратура обратилась за помощью в Министерство иностранных дел Украины. В МИДе же предложили Гасанову лично обратиться за переводчиком в посольство Азербайджана в Украине. 26-летний Бабек Дамир Оглы Гасанов находится в Одесском СИЗО с февраля после его экстрадиции из России. Гасанова обвиняют в убийстве чемпиона Украины по тайскому боксу Сергея Лащенко, который он совершил на территории еврейской больницы. Возмутительно, что все переводчики отказываются, но вроде бы как нашли выход из ситуации. Теперь мы очень надеемся на благосклонное отношение посольства Азербайджана, уже непосредственно к обращению своего гражданина, и на то, что они предоставят все-таки переводчика. Следующее судебное заседание по делу об убийстве боксера Сергея Лащенко должно состояться 11 декабря.